Всем привет из Алании. 29 октября. И мы находимся в раю. А если точнее обозначить, то это Дамлаташ, начало пляжа Клеопатры. Вы видите, какое обалденное, замечательное море сегодня. Сколько здесь людей. Сейчас я вам расскажу о погоде. И не знаю, поверите вы или нет, но еще минут 40 назад шел дождь на улице. Вот такой вот. Все прогнозы сбылись, потому что абсолютно все прогнозы показывали дождь сегодня. Он так и был. Он так и был, но после него вышло яркое солнышко. Сейчас оно временно спряталось. До этого было яркое солнце, очень жарко. И людей очень много. На Дамлаташ сейчас. Ну, я думаю, по всей Клеопатре. Потому что если смотреть туда, люди повсюду, людей много на самом деле. Солнце временно зашло за тучки. Надеюсь, дождя сегодня больше не будет. На солнце у нас было по ощущениям где-то 31. Когда солнца не было, где-то 28 средняя температура была. Дождь шел на минут 20 где-то. Это не ливень был, конечно. Но дождик был. Ух, класс, как я ему завидую. Здесь я не купался, блин, с прошлого года. Это капец, конечно. Смотрите, 29 октября, сезон полным ходом, без монтажа. Посмотрите, сколько людей. Это если кто-то думает, что сезон закончился, что туристы не едут, туристов очень много. Вода в море сегодня минимально 26. Там, где мелко, там даже больше, я думаю. Минимально 26. Море, вы видите, штиль. Очень классное море. Кому-то может с трудом верится, что сегодня 29 октября, но сегодня реально 29 октября. Вот такая вот здесь райская красотища. Видео будет сегодня много из центра. Пройдемся также по Клеопатре, лишь бы у меня не закончились ни карта, ни аккумуляторы. Уходим, сейчас пройдусь немножко по пляжу, потому что реально столько людей. Я вам покажу, как много людей вдоль всего берега. Такая у нас погода, лето продолжается. Как я 100 раз замечал, если даже дожди какие-то будут, то они кратковременные. И пока что на погоду они не влияют. Сезон продолжается. В начале ноября также можно будет комфортно отдыхать, загорать, купаться. Всем привет из рая. Приезжайте, отдыхайте, поезжайте из снегов, у кого снега уже, и приезжайте в этот рай.